Кубочек это. Это жвачка. Ну, молодец. Старые добрые врачи – одни и те же пациенты. Ламповая амбулатория в Тальминском районе, село Ново-Перуново. Умереть тут точно не дадут. В этих стенах организована первичная помощь и детям, и взрослым. Но морально устаревшая регистратура, коридоры, кабинеты уже слегка не соответствуют 2022 году. Смущает уже все в этой больнице, ремонта давно не было. Там сидит очередь, здесь сидят все вот полно. Особенно в зимнее время, когда болезни начинаются. А ходить на процедуры после приема пациенты вообще вынуждены в другое здание. Но ходить осталось недолго. Скоро в Ново-Перуново появится врачебная амбулатория модульного типа. Это будет большое одноэтажное здание с новым оборудованием и разделенными потоками больных. На строительство выделено 39 миллионов рублей. Работы начались с сентября. Такой рывок, можно сказать, революционное изменение, улучшение материально-технической базы 100% однозначно повлияет на качество оказания медицинской помощи. Когда тепло, светло, достаточно все соблюдены санитарные нормы и правила, когда есть раздельные входы для детей, для взрослого населения. Такой же рывок в этом году сделают 9 районов и краевая столица. 10 амбулаторий и один центр общей врачебной практики появятся в этих районах до конца года. Общая стоимость объектов – почти 394 миллиона рублей. На эти амбулатории претендуют населенные пункты, где износ зданий превышает 80%. В Ново-Перуново открытие медцентра сейчас ждут 2000 человек. А еще жители соседних сел, которые ездят сюда к стоматологу. Мы же выставляем и на сайте, и они приходят, спрашивают, когда и что, когда мы можем посетить это помещение. Поэтому мы ждем. И, конечно, открытие ждут сами медики. Не сюда будет сказано, челюсть отпадает. Получается так, ну потому что завидуешь сам себе, получается. Ну, потому что, с одной стороны, красиво, но я еще представляю, как это будет сюда делано, как это, оно будет здорово выглядеть. Ну, вот, знаете, это как, ну, я не знаю, наверное, как алмаз, который будет... Вот в нашей деревне как огранен вот так стоять. Удивительно. Видите, все кругом как-то серовато получается. А это, видите, какое яркое здание. Теперь будет единственная проблема. Врачи шутят, что в новом здании в 365 квадратных метров медики друг друга просто не найдут. Отметим, что просторную амбулаторию достроят уже до конца года. Всего за несколько месяцев. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.